125 миллионов рублей потратят на ремонт школ и детских садов Петропавловска. Перед новым учебным годом 2017-2018 в порядок приведут более 40 образовательных учреждений, сообщает мэрия. Так, в 3 садах и 4 школах отремонтируют кровлю. В 5 школах проведут капитальный ремонт систем ГВС и ХВС. В 3 детских садах обновят пищеблоки. Капитальный ремонт по замене электросетей запланирован в детском саду номер 11. Добавим, что в летний период во всех школах и детских садах Петропавловска проведут текущий косметический ремонт. Все работы должны быть завершены к 1 сентября.